Всем привет! Мне очень приятно, что вы опять вместе с Devia.ru. Сперва хочу поблагодарить всех, кто подписывается на мой канал. Также спасибо за комменты и лайки. Сегодня будем готовить очень нежный, сочный и освежающий салат с тунцом. Чтобы приготовить этот салат, нам понадобятся разные овощи, такие как сладкий перец, помидоры, красный лук, авокадо, укроп для украшения, один большой или 2-3 маленьких огурца, консервированный тунец. Тунец может быть в своем соку или в подсолнечном масле. Черные оливки, листья салата, уксус бальзамика, растительное масло, вкрутую сваренные яйца, соль и перец. Лук нарезаем кольцами и несколько минут отправляем в маринад из бальзамического уксуса, разбавленного с кипяченой холодной водой. Первый слой – это листья салата, которые я просто порвала руками. Теперь помидоры. Помидоры я режу наполовину и нарезаю ломтиками. Чуть соли и перца. Следующий слой из огурцов, нарезанных кольцами. Сливаем маринад с лука и половину лука добавляем в салат. Теперь слой сладкого перца. Перец я нарезаю тоже покрупнее. Пришло время тунцу. В салат добавляем половину имеющегося тунца. Собираем салат дальше. Листья салата. Помидоры, сладкий перец, огурец, лук. Авокадо нарезаем кубиками. Он и завершает наш салат. Добавляем оставшийся тунец. Яйца сваренные вкрутую нарезаем на 4 части. Салат направляем уксусом бальзамика и растительным маслом. Добавляем нарезанные яйца, оливки, и украшаем укропом. Салат заканчиваем слоем авокадо. Мне захотелось, чтобы в салате было чуть-чуть больше красок. И я добавила несколько помидорчиков черри. Салат получился сочный, освежающий и очень вкусный. Он долго не задержался на нашем столе. Приятного аппетита!
Следующее видео – куриные рулетики. Если хотите не потерять новых рецептов, подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик. Пусть в ваших блюдах всегда будет хорошее настроение и щепоточка любви. Пока-пока!